С 27 по 28 июня 2024 года сразу три города Беларуси – Витебск, Полоцк и Новополоцк – примут 11-й форум регионов России и Беларуси. Главной ярмарочной площадкой станет Витебск, который в этом году встречает свой 1050-й день рождения. Напомним, что масштабное событие проводится ежегодно, начиная с 2014 года под патронатом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Беларуси и Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Среди основных задач форума – заключение коммерческих контрактов и региональных соглашений, способствующих укреплению межрегионального сотрудничества в рамках интеграции и союзного строительства двух стран. Свою площадку представит и первый регион. Везде надо работать. Как в прошлом году работали в Уфе на этом форуме регионов, там, где мы заключали соглашение, так соответственно, и в этом году нам надо работать. Наша земля, да, но все равно расстояние от Бреста до Витебска 600 километров, вот, и мы будем работать по тем правилам и по той программе, которая, соответственно, уже на сегодняшний момент подготовлена Советом Республики, которая подготовлена Витебским облсполком. Но вместе с тем мы найдем время для того, чтобы встретиться с нашими закрепленными регионами, как я уже говорил, это у нас Пенза, это Орел и Иркутск. Есть еще ряд встреч, которые будут на уровне руководства области, это еще три региона, поэтому мы выстраиваем, в том числе параллельно с программой, которая на сегодняшний момент есть, мы выстраиваем свою программу для того, чтобы решить наши вопросы, которые необходимы. Программа форума насыщена на события. Организаторы подготовили выставку достижений народного хозяйства регионов Беларуси и России, знакомство с областями нашей страны и страны-соседки. Планируется проведение ряда диалоговых площадок, касающихся совместных решений в сфере законодательства и инноваций в медицине, строительстве и образовании. Ключевым моментом форума для первого региона станет подписание ряда соглашений с Псковской, Орловской, Саратовской и Ленинградской областями, а также с Республикой Башкортостан. На сегодняшний момент у нас планируется заключение 5 соглашений на уровне области и 2 соглашений на уровне районов. Это у нас Ганцевичский и Ивановский район. Это те документы, рамочные документы, которые позволяют в дальнейшем потворствовать налаживанию связи между бизнесом, между социальной сферой и так далее. Всего на данный момент Брестской областью подписано 26 соглашений с российской стороной. Если говорить о межрегиональном сотрудничестве, таких соглашений насчитывается порядка 60.